Модный показ в парке Рики. Украинские дизайнеры Олег Скирда и Ирина Красильникова представили последние коллекции вечерних платьев и купальных костюмов. Демонстрировали наряды девушки из модельного агентства Nikita Models, которое открывает в Грузии свой филиал и займется поиском и продвижением перспективных грузинских моделей. О настроении публики на модном вечере позаботился самый популярный киевский диджей Лера. Официальная презентация Nikita Models в Грузии завершилась праздничным фейерверком. Я приехал сюда из-за того, что увидел несколько красивых девушек. Мне привезли мои модели, которые работали у вас на Fashion Week здесь. И подумал, что есть смысл здесь тоже поискать. Коллекция, именно как коллекция, большая коллекция, я не показал здесь всю коллекцию. Это как бы впервые в мире была мной придумана и сделана. То есть для меня были попытки там сделать купальник мини от кутюр. Там один-два купальника, то есть заявляли какие-то промо. Но вот коллекцию в действительности показать, как бы, ну вот, не удалось первым.